Что ж, ребят, всем привет! С вами снова я, Артём, и мы с вами начинаем проходить, в общем-то, дополнение, да, к третьему Думу. Как вы понимаете, как я надеюсь, что вы поняли, в общем-то, это у нас The Resurrection of Evil. В это дополнение, да, естественно, я тоже не играл, как вы понимаете, в основную игру. Решил я все-таки, да, его записывать, скорее всего, он у нас будет, да, вместо Принца Персии. То есть, соответственно, он у нас будет выходить по понедельникам, если что, если кому-то прямо так это интересно, когда он у нас будет выходить. Будем, естественно, играть на ветеране, как, собственно говоря, мы проходили основной Doom 3, соответственно. Так что, в общем, такие дела. Сейчас у нас будет тут, так сказать, вступительная, как я понимаю, заставка. Я поэтому, в общем-то, на какое-то время замолкаю и, соответственно, исчезаю. Доктор Макнейл, они подходят. Группа Альфа, от вас до сигнала меньше 100 метров, но в этом районе вроде нет никаких древних установок. Кто-то постарался, чтобы мы не узнали, что там дальше. Некоторые вещи никогда не меняются. Источник сигнала за этой стеной. Пойнт, заложи взрывчатку. Понял, сейчас подвинем. Готово, отходим. Входим. Не зря это скрывали от посторонних глаз. Доктор Макнейл, а вы это видите? Мы дошли до цели. Готовимся закрыть зону. Связь прерывается. Сейчас же восстановите канал. Алло! Черт, ничего не вижу! Помедленнее. Мы тем временем начинаем. Мы тут что, за другого персонажа играть будем, получается, что ли? Я все правильно понимаю? Здравствуй.
Окей, ясно. Это было очень тупо. Я с этим соглашусь. Так, да давай тоже быстрее. Что у нас происходит? Пипец тут у нас происходит, как обычно, в общем. Ничего нового, прикинь. Так, ну тут у нас, наверное, нет ничего, да? Я так понимаю, сюда зря, в принципе, пошел. Это батарейка какая-то, да? Ее, похоже, куда-то ставить надо будет, да? Здрасте! О, нормально вы тут так это развлекаетесь. Так, я так понимаю, тебя сюда надо вставить, да? Солдат, на связи доктор Макнейл. Мы должны выбраться с артефактом на поверхность. Так, не, погоди. Туда же еще можно было как-то залезть, да? Там, где вот эти вот леса были. Мне туда интересно залезть, по крайней мере. Сюда-то очень интересно залезть. Погоди, а он... Он что-то залезать не хочет, по-моему. Дядя, залезай. Тут есть тут патрон, тут, в принципе, все хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тоже глупо. Да, это я. Если честно, да, я тут захотел вот именно в Doom с вами поиграть, потому что, если честно, я соскучился вот именно по таким шутерам. Я очень по ним соскучился. То есть вот которые такие-то без укрытий там особо. Видишь, прикольно. Так, это порой в такие поиграть. Непосредственно за это он мне и нравится, вот, в общем-то, именно Doom. Здесь, да, как я понимаю, у нас другой герой. Кстати, напишите, да, в комментариях, правильно ли я это понимаю. Будем ли мы за того же самого играть героя, с которым мы играли в оригинале. Потому что, по-моему, нет. Так, и... И чё? А, вот мне вот сюда вот, да? Таких мы уже перемочили. Таких мы уже, знаешь, сколько в Думе обычно перемочили? Я бы даже сейчас не скажу тебе, сколько мы их таких перемочили в Думе. Так. Эй. Так, у тебя что есть? У тебя что-то есть?
Да, господи, ты успокоишься сегодня, нет? Создает и создает, создает и создает вообще. Просто обсоздавался тут он вообще, видите ли, этот. Так, и что мне тут делать? Погоди, мне, по-моему, надо туда вот, да? Так, да. Я что-то еще прыгать могу. Ну вот это вот прикольная пушка. Я вам что скажу. Он хотел меня шаром бросить. Я перехватил и обратно в него. С пистолетиком ты далеко не уйдешь. Возьми гравихват. Пригодится. Давай возьму гравихват. Используйте грабер, чтобы передвигать и бросать предметы. Кнопка R можно бросить предметы на пол. Слушай, прикольная пушка. То есть теперь, по сути, вообще без патронов можно пройти этот DLC, я так понимаю, да? Очень прикольная пушка. Реально мне она нравится. Мы, наверное, только с ней пройдем все DLC это. Я, конечно, это не знаю. Но пока мне она очень нравится. Так, кто тут? И кто тут такой страшный? Адская лестница такая, знаешь. Да вообще на изи. Просто. Я, конечно, не знаю, что там у нас дальше будут за монстры. Может, они вообще это, ну, такими вот шариками кидаться у нас, конечно, не будут. Но вот с этой пушкой, мне кажется, вообще очень просто будет пройти. Здравствуй. О, нормально. Нужно к нему, конечно, еще это слегка приловчиться. Гравихвату. Ну, пушка реально очень удобная. А! Или нет? Нет, ну, конечно, когда их много... Ну, конечно, это мало эффективно. А вот когда вот он один, это вполне себе нормально. И, так, птичка. Так, давайте за птичку же я здесь могу, да, забраться. Эребус Сектор 2. Значит.
это? Кто это такие? Это что тут за ящеры вообще какие-то появились? Я таких не знаю. Если честно, у нас же в Думе в этом в... А, погоди, мы же здесь были, да? Мы здесь были в этом, в оригинальном третьем Думе, по-моему. Или, по крайней мере, в похожей локации. Кто это? Кто это? Чё-то, мне кажется, дополнение, оно реально пострашнее слегка даже будет, чем оригинальный Дум. Я, конечно, это прям так это не знаю. Но у меня что-то пока что такие ощущения есть. Знаете ли. Так, и что, и все? Ладно. В принципе. Так, конечно, я 70, ну, в смысле, 30 этих хп потерял. Так, сейчас у нас еще один какой-то враг, да, новый. Ну. Так, а погоди, а он что, на твои выстрелы не работает, что ли, хочешь сказать? Ага, сейчас. Так, еще вот это вот сердце, я сейчас не понимаю, зачем оно надо, как бы, как его вообще использовать. Напишите об этом тоже, кстати, в комментариях, кто знает. Я надеюсь, что у нас, да, такие люди есть. Как бы зачем оно вообще, в принципе, как бы как его... И если его можно использовать, то как его использовать? Просто мне кажется, что оно как этот, как куб в оригинальном у нас работал. Также здесь вот эта штука тоже работает. Ага, паучки, ясно. Скорее, сейчас тут много будет. Ой, как много будет паучков-то. Так, ну ты, я надеюсь, хотя бы один у нас дядя. То у вас что-то как-то... Может, его надо вот этим вот бить как раз? Так, вроде да. Вот это вот ты, конечно, наглый. Да, ему отнимаю вроде что-то. Что-то главное. Оп!
магия. Это что-то он делает, не понравился мне как-то, если честно, вот этот дядя сейчас. Алло, солдат, вы меня слышите? Наконец-то сигнал установился. Слушайте внимательно. Мы сталкиваемся с этим не первый раз, но нам не хватает информации. Артефакт, который вы нашли, обладает гигантской силой и вполне может быть причиной этого вторжения. Любой ценой доставьте артефакт ко мне. Я попытаюсь связаться с остальными. Конец связи. Ясно. А, и то есть все сначала начинать? И... Да, действительно. А чё бы нет-то? Надо было там схорониться, да. В общем, что-то я не подумал слегка об этом. Что-то я об этом не подумал, да. Так, ладно. Погнали тогда еще раз. Теперь как бы знаю, что нам надо делать. Это, по идее, это будет даже проще. Мне так кажется, по крайней мере, что-то... Хотя понятно, как всем с этим, с магом, типа того, воевать. Почему я его именно, наверное, буду называть в будущем магом, потому что его, по сути, пули не берут. Как я понимаю, может его они, конечно, будут брать потом. Тоже, да, то есть я этого не исключаю, вполне себе. Просто, как бы, не знаю, делать моба, который бывает только с одной пушкой, это как-то странно для Дума. Попал. Прикинь. Да ты, господи, ты как летишь-то? Во. Ну так ты летишь. Не попали. Ай! И вот надо к ней привыкнуть, вот серьезно. Надо реально привыкнуть к ней, к этой пушке, к новой. Да и вот, я еще то, что я и попасть порой не могу. Это, конечно, меня очень сильно убивает.
Да господи, боже мой. На тебя, понял? На тебе. Не, ну если их вот налетит где-нибудь, не знаю, там, три там или две штуки, и при этом я еще не буду понимать, что, как бы, как хвалить. Это вот будет проблемно уже, как мне кажется. Солдат, вы меня слышите? Наконец-то сигнал. А, ничего себе, это теперь слоумо нам дает. Какое-то, прикольно. Получается, да? Артефакт, который вы нашли, обладает гигантской силой и вполне может быть причиной этого вторжения. Любой ценой доставьте артефакт ко мне. Я попытаюсь связаться с остальными. Конец связи. Так, давай засейвимся. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Человеческими... О, нет, подожди, если его можно человеческими душами заряжать, то это надо сейчас сделать вообще, в идеале. Ага, и все, да? Ясно. Не, я думал, что это что-то типа этого будет, но с куба душ, как в этом, в первой, да? Ну, в смысле, в первой, в третьем думе, да. Сказал, конечно. Первый дум, который третий. Нормально. Так, пробегаем. Так, и все. Так, ну тут меня, наверное, не раздавишь, дверка. Так, тут что есть? Армор тут есть, да? Видать, да. Так. Давай вынимаем. А, нет, погоди. Значит, тут надо вставить. Вынуть и быстро тут пробежать, да? Тоже с помощью куба. Скорее всего. Рюти. Я не понимаю. Серьезно. Привет. Тебе привет.
Так, туда я уже не хочу. Так. Сюда же как-то пройти можно, да, еще? А может вот, вот здесь вот как-нибудь, не? Не хочешь? Жалко, что не хочешь, знаешь ли. Просто там вот я вижу, да, этот лежит КПК. И скорее всего на нем этот самый вот пароль от этих шкафчиков. Мне так, по крайней мере, кажется. И тебе привет. Чуть и не так там, погоди. Грегори Мартин тут нужен нам, получается, да? Грегори Мартин. И... Так, а ты там что пишешь, Грегори Мартин? Так, сейчас глянем. Так, нет аудиозаписи, день рождения. По всем скучаю. Но здесь никаких этих кодов нет, как я пока что посмотрю. Как вот в то это место пройти, я пока реально не знаю. Может, конечно, как-то можно будет. Или было туда пройти. Ну я не знаю, серьезно. Вызов листа. Ага, он там еще не один приехал, вообще хорошо. Тут же вострой был, по-моему, не, ребят. Да, вас тут было трое. Так, я думаю, еще где-то 5 минут с вами поиграем. Я так примерно. Собственно говоря, будем на этом закругляться. Такая у нас первая серия довольно длинная получится, но, в общем, начали. Все-таки, что называется, начали, да. Прохождение Сия. Я не знаю реально, как вот это по-нормальному назвать. Вот именно вот эту вот именно часть Дума. Алло, третьего. Солдат. Вы меня слышите? Алло! Хорошо. Со мной связался доктор Клаус. Он ищет способ остановить нашествие.
Он пытается расшифровать табличку, но не может подобрать ключ к шифру. Этот ключ есть на образце, который мы нашли некоторое время назад. Но только сейчас поняли, зачем он нужен. Ваша задача — забрать образец из хранилища артефактов и отнести его доктору Клауду в лабораториях Ребус. Аптечка. Без ключа мы не поймем, что делать. Конец связи. Хорошо. Получил аптечку. Потерял аптечку сразу же причем. Нормально. Это я. Привыкайте, кто еще не привык. Дополнение, да, это, кстати, я насколько слышал, оно это посложнее, чем оригинал. Этому я, если честно, серьезно, несказанно рад. Прям вот очень сильно я этому рад. Я этому очень сильно рад. То, что он прям посложнее так, чем оригинал. По гранатке. Хорошо. Еще и хилка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ух, ё. А серьезно, а как это пройти? Что-то я просто как бы, кроме как вот так вот, я сейчас не знаю как. Так, наверху что есть? Наверху что-то... О, красота тут есть. Вообще хорошо. А главное, тут нормально спрыгнуть. Красиво. А, нет, туда, туда. Погоди, а я еще туда наверх могу попасть как-то. И прикольно. Давай сейчас вот сюда вот попасть. Не, обожаю. Обожаю свои кривые ноги. Что могу сказать? Так, здесь же, скорее всего, должна быть аптечка, да, где-то? Так, мы сюда пройти не сможем? Да.
Зря только себе ноги поломал, короче. Короче, ребят, мы, наверное, и... Так, сейчас мы у них пушки соберем. Вот. И, короче, на этом мы, наверное, будем с вами, ребят, прощаться. Если что. Так что, ребят, такие дела. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, комментируйте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте в юзберное. Также вступайте в группу во ВКонтакте. Если что, ссылка на нее есть в описании к этому видео. Всем большое за это все, как обычно, спасибо. И всем на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока.